Всем здорово, ребят. Ну что, у нас наконец-то открылась новая локация, и мы с вами сейчас ее попробуем пройти, посмотреть хотя бы, по крайней мере, что это такое, с чем его есть. Вот так вот она выглядит. Три этапа: легкий, средний и тяжелый. Элитные дают нам выбрать героев. Ну, я не буду тут сильно заморачиваться, я надеюсь, что легкий уровень мы хотя бы здесь сможем пройти без проблем. Я надеюсь. Но это не точно. Так, есть, сделали. Формируем команду. Не знаю, в каком порядке они будут нападать. Не знаю, а это, наверное, может потом какие-то артефакты можно будет доставлять. Не знаю, короче, что это такое еще. В общем, будем смотреть. Так, давайте сюда закинем космо. А, все. Либо очистить. Вообще ни хрена непонятно. Честно говоря, вроде и все, да и не все. Так, есть. Сохранить. Первая команда есть. А, так, первый левел, ну, довольно-таки прилично. Два дня оно идет. Так, здесь 600 самов воскрешения, то есть за самоцветы. А, вот так вот. Здесь у нас нету никаких пока артефактов. Мы выбираем, на кого мы хотим напасть. То есть здесь у нас, как видите... Так, это выйти. Дракос. Поехали на этом. Посмотрим. 6 на 6, 6 героев принимают участие. Ну, какие-то они легкие. Так, что нам дают? Дают синие и красные кристаллы и этих. Так, первый левел. Первый левел. Атака, защита и, скорее всего, и жизнь. Ну, берем деф, вариант дефа. Так, мы прошли. Следующие, поехали. 152 плюс 2 левела нам дали. Атакуем, смотрим. Ну такое, я думал, что будет сложнее. Тут, по сути, на пару минут для топа. А, так, тут новая магия у нас появилась. Второй левел, ну берем деф. То есть в зависимости... Ну-ка, выйдем. Так, здесь у нас восстановить 50% команды жизни. Ладно, атакуем. Ну как-то, как-то пока легко. Так, выбираем плюс 70, не знаю, что это такое. Ну, на русском завтра будет обнова, и мы уже узнаем 100%, что там и как там. Так, смотрю, какие-то новые темки попадаются. Так, атака плюс 3%. А, по сути, о, уже 165 улучшения идут. Я так понял... Давайте на... Атаку. Сейчас посмотрим. Интересно, какой тут все-таки босс. Ну, видите, для каждого типа выбор. Для каждого левела свой. Так, что тут? 175. Ну, это какие-то легкие мобы. Ну, я не знаю, я не вижу тут какой-то сложности пока что. То есть первый левел проходится налегке. Поехали сюда. Возможно, для новичков это будет сложно. Такс. И вот мы бьемся с боссом 190 левел. Ну, посмотрим сейчас, что у нас получится. Так, получаем сундучок. Сундучок X1. Так, это типа мы обновили, еще раз прошли. Интересно. Смотрим. Это плюхи. Вот он, сундук.
О, нифига себе, осколки Некроса возможность. А сколько расходить можно? Прикольненько. Я вам скажу вариант для без доната. Очень даже ничего. Третье, да. Неплохо. Ну, поехали еще раз. Топовая локация. А у нас или следующий левел перекинуло, или все то же самое. Проверим. Не, 180. Это, походу, следующий левел. Усиление пошло. Ну, два осколка Некроса. Стабильно. Стандартно. Я думаю, проблем с прохождением у многих не будет. 182-й. Ну, это лучше, нежели собирать. Ну, хотя, в принципе, Некроса на немки собирают. Ну, и это не такой уже прям мега имбовый герой. Но я думаю, здесь что-то будет по-любому меняться. Посмотрим. Сейчас поиграем. Пока мы все выносим. У нас герои топовых прокачек. Не думаю, что тут все так просто. А вот усиление наше, то, что мы выбираем, дефа разные и прочее. То есть каждый раз, когда вы выбираете за прохождение, вы усиляете ту или иную характеристику. О-о-о-о-о! Начался трэш. Но кулачки дают, в принципе, тоже неплохо. Не знаю, какие идеи-то что дают, но пока терпимо, пока нормально. Так, атлант там не ремочный. В принципе, снесли нормально. Берем пока деф. Ну, мы без смотра пошли. Так, 215-е. В сундуке 4 осколка Некроса. То есть здесь реально вариант собрать Некроса. А, вот ворожая у нас слили. Есть возможность восстановить троих. Так вот, таким вот образом. Нифига себе, кто это слил нашего ворожая. Но тут уже 215-е, но все равно сносится нафиг. Интересно. 6 осколков. Сколько ж тут можно ходить? Я вот что-то не могу понять. Вольта Нубис. Но они без каких-либо там усилений, они сносятся на раз-два. Видите, вот по левелам улучшаем. Так, тут можно пропустить, можно пропускать, можно нападать, но в принципе ничего сложного нет. Так, посмотрим. Пока я вам скажу так, печальная локация, как по мне, в плане того, ну, она крутая, все, но в плане того, я думал, там ожидал что-то мега-мега-вау, будет возможность собрать Некроса. Не факт, что, конечно, на всех серверах останутся эти награды. Посмотрим, что там на 8 у нас будет интересного. Так,
Блин, снял полностью всех. А, вот мы восстановили себе ворожея. Все, теперь понятно. Мы восстановили себе, ребята, ворожея. Так, ну что, нападаем. Это мы на легком прошли, надо было, наверное, брать все-таки на сложном. Так, а ну сейчас я попробую пройти, зайти на другой аккаунт. Не знаю, правда, со скольки эта локация открывается. Так, новый шар, это до этого мы дойдем. Здесь, наверное, оно еще даже здесь не открыто. Надо 14 тысяч силы. Ну, в общем, судя по тому, что вы увидели, оказывается, есть возможность получить некроса. Не знаю, что в следующих локациях. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, но все равно это однозначно плюс, то что есть плюхи, халявный некрос, в принципе, для бездоната как вариант. Не знаю, какие там награды в следующих будут, надо посильнее аккаунты. Всем удачи, всем пока.